Жуковского, угол Екатерининского. А по какому поводу? Причина нашего здесь нахождения возврат в расположение части через проверки пожарных гидрантов. На данном участке Жуковского, вот, угол Екатерининского, стоит автомобиль на пожарном гидранте перед табличкой ПГ. В наших действиях мы не можем проверить этот пожарный гидрант. Он блокирует наши действия. Поэтому мы ожидаем сейчас сотрудников полиции, чтобы как-то посодействовал на проверку этого автомобиля, кто он, как он. Потому что мы не можем ничего сделать. Часто такое случается? Ну, как практика показывает, да. То есть, особенно в центре, машин куча, ставят куда ни попадя. И не смотрят вокруг, что пожарный гидрант. То есть на табличке вообще внимания не обращают. Поэтому будем принимать какие-то меры. Понятно. Но у вас сегодня плановый объезд, да? Вы по городу? Конечно. А сколько уже случаев было таких? С машинами? Да. Ну, я же вам говорю, частенько попадается такое. Ну, вы сегодня были уже или это первый? Ну, вот это первый случай. Вы только выехали, да? Только выехали. Вот, смотрите, табличка. Пожарный гидрант, вы заснимите. Угу. Там снизу, если будет видно, идет расположение, то есть в каких сторонах он, ну, то есть может быть. Стрелочками указано, и, да? Видите, прямо вот на стрелочке стоит автомобиль. И вот прямо вот под задними колесами этот находится пожарный гидрант непосредственно. Вот под задними колесами, видите, находится пожарный гидрант. Вот это люк, да? Да, люк, в котором находится непосредственно наша установка, на которой мы устанавливаем нашу колонку пожарную. Откуда идет непосредственно подкачка воды, понимаете? Вот такая вот ситуация у нас.